Я из города Чехова, то есть как бы старший менеджер. Очень волнуюсь, давно не выступал уже, как бы и немножко, наверное, разучилась. Слышно хорошо, отлично. Я хочу поделиться своей историей немножко. Может, кто-то меня уже слышал, кто-то знает уже историю мою, что в Oriflame я как бы пришла необычным способом из почтового ящика, я так говорю, что благодаря девушке знакомой, которая бросила листовку в мой почтовый ящик, я попала в Oriflame. Спасибо. Я попала в Oriflame. Но я очень быстро вышла на 18%, как бы, и не поняла вкус, наверное, вот этого всего от на голом энтузиазме, наверное, вышла. И что-то как-то так случилось, что я как бы ушла из Oriflame. То есть, как бы не поняла, ни что, не разобралась до конца и бросила. То есть, как бы 3 года я была не в Oriflame. То есть, как бы, ну, размещала маленькие заказы. Но так жизнь складывается, что как бы все равно, наверное, все складывается не просто так. То есть я поработала на нескольких работах, поменяла много видов деятельности. И с последней работы, когда увольнялась уже, я понимаю, что как бы нужно что-то в жизни менять. То есть и я, приходя в офис, видела своих девчонок, как бы коллег, вычитающих спонсора, и говорю, блин, так классно у вас, так хочется. И на одну из встреч меня позвали, как бы пригласили, рассказали, где в Oriflame деньги. И тогда я уже все заново, то есть начала работать уже со смыслом, наверное, проходить очень много тренингов, очень много обучения и очень много рекрутирования. Вот. И, наверное, когда я уже второй раз пришла в Oriflame, то есть как бы это было не просто так, то есть и все, что дается авансом, потом нужно отрабатывать очень сильно. Вот. И первый результат был дан авансом, то есть как бы я начала все заново с нуля. И пошла уже, как бы тогда появился wellness, то есть косметика всем знакома, с ней проще работать, ее все знают, да, то есть как бы бренд уже раскрученный, а с wellness было тяжело, потому что его никто не знал. И при слове БАД люди падали в БАД, как бы ты что, это БАД, есть его нельзя. То есть как бы, и поэтому люди как бы шарахались, как от что-то такого страшного. Но на тот момент у меня очень сильно болела мама. То есть как бы, и когда я приезжала к маме, говорил, мама, помоги мне в Oriflame работать, человек, который лежит и говорил, как я тебе могу помочь, мы не знали вообще, то есть как бы. Но тогда в Wellness покупали только директора, то есть только вот витамины появились только у директоров еще можно было приобрести. Вот. И я перекупала у директоров, то есть давали мы маме витамины, потому что у нее очень серьезная болезнь, там 8 позвоночных грыж, как бы, и человек лежал уже. Вот. И благодаря только Wellness Pack, то есть я вот прям спасибо хочу сказать, выразить с компанией Oriflame и с Tixten, и всем, кто это вообще придумал, как бы, потому что это правда очень-очень крутой продукт, и им надо научиться пользоваться даже для себя, для своих близких, для своих знакомых. То есть и здесь получается так, что когда мы кололи сильные уколы и обезболивающие, то есть как бы они не так действовали, потому что вот то, что Марина сказала, не было вот этого питания, то есть клеточек, да, то есть еда и питание – это разные вещи. Вот. И когда мы начали пить витамины и коктейль, то есть организм начал питаться хорошим белком, хорошим витамином получать, и лекарства пошли на поправку, понимаете? И сейчас, благодаря этому wellness, у меня в городе Ульяновске лидер мама моя, то есть 18%. То есть я очень рада ей, благодарю, дай Бог тебе здоровья. И так держать, давайте только вперед. И она втянет всю группу Ульяновск. То есть как бы я очень люблю ее, обожаю. Вот. Поэтому wellness – это тот продукт, которому мне легко и приятно рассказывать. То есть как бы когда я добилась своих результатов, да, то есть не себе, на маме. То есть как бы уже про это легко говорить. И wellness – это тот продукт, который нужно пропустить через себя. То есть как бы начните с себя, то есть как бы, если хотите продавать wellness, да, хотите дарить добро людям, хотите помогать людям, то есть как бы у нас в Oriflame как бы воплощая чужие мечты, вы воплощаете свою, то есть научитесь воплощать мечты других людей, они все хотят быть здоровыми, вот, и то есть это нужно как бы держать первую мысль в голове, то есть не продать wellness, а именно как бы человеку решить какие-то его проблемы, вот. Поэтому wellness, и очень хорошо, что в компании есть подписка такая. Ну, как, так, сейчас, секундочку. Вот, то есть хорошая подписка есть, то есть как бы это продукт не одного дня, это продукт всей жизни нашей, да, то есть как бы мы с мужем пьем 5 лет, то есть как бы одно побочное явление, мы перестали болеть. То есть, да, там, когда люди все болеют, у нас военный закрытый городок, эпидемия, если настает, то все дети, все взрослые начинают болеть. Вот, то у нас максимум там 2 дня насморк побудет, как бы и все, то есть без температуры, без всего, то есть все переносится очень легко. Вот, и вот про это чудо-средство я говорю прям так, что как бы хочешь быть здоровым, то есть реально как бы задали такие вопросы,
Да, про косметику поговорили, да, там про житейские проблемы поговорили. То есть я говорю с клиентами о их здоровье. Я говорю, а хотите долго жить? У меня есть правда, есть вариант. Когда начинаешь рассказывать, что это wellness, как бы от Oriflame, люди некоторые говорят, ну да, компания занималась косметикой, а сейчас вот что-то на питание перешли. Я говорю, да потому что компания шведская заботится о профилактике нашего здоровья. То есть как бы и этот шанс нельзя упустить. Я говорю, в аптеке вам витамины четвертый подарок, не подарок. То есть и люди начинают это считать, как бы деньги высчитывать, то есть какую прибыль он получает от этого, сколько экономит, вот. И то есть когда начинаешь вот про это рассказывать, люди начинают задумываться. Но это не с первой встречи люди начинают покупать. А люди видят в вас результат, люди видят, как вы меняетесь, что вы делаете. То есть вы же поменялись, постройнели, то есть как бы лучше выглядеть стали. То есть у кого-то цвет лица улучшился, у кого-то настроение поднимается, то есть с утра хочется много все переделать. То есть у кого-то 25-й час в кадре появляется, то есть все, может переделать, успеть за день. Вот. А дети, так это же вообще как бы на каждом собрании, у меня ребенка вот от 12 лет будет, на каждом собрании учителя говорят, ну дайте что-нибудь, чтобы на третьем уроке дети не засыпали. Потому что третий урок – это то время, когда уже пища вся переварилась, которую завтрак вы дали как бы с утра. И то есть ребенок уже начинает утомляться. Вот. И хочется, чтобы ребенок, ну, сейчас программа очень насыщенная школьная, и хочется, чтобы ребенок воспринимал всю информацию, как бы, и учился именно в школе, а дома только делал домашние задания, а не перелопачивал все уроки дома заново. Вот, поэтому витаминный и минеральный комплекс для детей мы пьем, ну, как бы, ребенку даю и всем своим вот родственникам, крестникам, то есть, как бы, это как в обязательном порядке. Я говорю, так говорю, у вас плюсный варифлейм, значит, вы должны пить витамины. То есть это обязательно, это даже вот бесспорный вариант. Поэтому самый лучший подарок – это wellness. Вот. А следующий я хочу вам рассказать такую новость, которую, может, кто-то уже слышал, кто-то еще не знает. Я просто... Скажите, вы все wellness пьете? Вот галочки поставьте, кто пьет, там, или плюсики поставьте, кто пьет. Там витамины пишите, или как-то, или что ваш любимый продукт. Отличный, то есть как бы... Смотрите, вот... Мы все из разных городов, то есть как бы, и компания вот сейчас запустила такой проект, я включаю следующий слайд, это проект называется Wellness Life Plus. То есть я так понимаю, что у нас здесь в основном сидят консультанты, правильно? Вот, если консультанты, поставьте специальный знак. Вот, если не консультанты, поставьте там плюсик, чтобы видно было, как бы, будет время, как бы вам ваши спонсоры объяснят, почему будет выгодно быть консультантом. Отлично. То есть смотрите, компания запускает новый проект Wellness Life Plus. Пока это только доступно не по всей стране, не по всем офисам. То есть как бы это только начинается. В следующем году это будет доступно всем. Wellness Life Plus называется этот продукт. Ну, называется это как вот, программа. Преимущество этой программы, то есть это вот такая коробочка. Так, вы меня не видите, блин. Давайте я, может, еще раз Reflame. Преимущество для консультантов сделала такое, что wellness подписка обычная, получается, что четвертый шаг в подарок идет, и балл у нас не сохраняется на четвертом шаге, правильно? То есть баллы на четвертом шаге не сохраняются, просто wellness подарок идет. Преимущество Life Plus в том, что как бы на четвертом шаге баллы сохранятся. То есть коробочка Wellness Life Plus. Так, не включилось, ну ладно. Так. Коробочка вот эта Wellness Life Plus. Сюда входит состав. Коктейль один, одна пачка витамин. То есть можно выбрать, Life Plus будет мужской либо женский. И плюс шейкер в подарок вам придет. И ежедневник самоконтроля. Вот этот Life Plus можно заказать пока в данный момент через 10 сертифицированных офисов. Ближайшее вот Подмосковье, Москва, Подмосковье, это вот через Чехова-Фоменкова номер СПО 627. То есть, как бы, вы первый раз пробиваете через наш офис, а следующие, остальные, вам приходят автоматом ваши пункты выдачи, где вы получаете заказы. То есть, что для этого нужно сделать? То есть, как бы, заходите на страничку свою Oriflame, то есть, выбираете wellness подписки, графа, дальше получается. И там будет первая вкладка «Обычная wellness подписка», где все витамины, супчики, детский wellness. И будет вторая, рядышком вкладка, называется «Life Plus». Там выбираете вы себе, который вы хотите. «Life Plus» там два вида. Будет их первая «Энергия жизни» для мужчин, для женщин.
и Life Plus для похудения, то есть как бы для, ну, чтобы постройнить. Чтобы постройнить, там входит в состав две пачки коктейля, витамины, также шейкер в подарок и ежедневник. Вот. На камеру внизу нажать. Хорошо. Не нажимайте. Следующее, как бы, преимущество этого Life Plus, то есть, представляете, он там будет по баллам 4 балла. То есть для консультантов, которые идут там для квалификации, для всех преимуществ, там, чтобы не было никаких приседаний там, или еще что-то там 4 по нулям, то есть Life Plus – это наше спасение. Плюс, очень хорошо давать клиентам такую рекомендацию, потому что коктейль и витамины в комплексе результат дают быстрее. То есть человек начинает лучше себя чувствовать быстрее, то есть лучше начинает выглядеть еще больше. То есть много преимуществ. И, во-первых, такую коробочку очень выгодно подарить родственникам. То есть это очень солидный подарок. Вот. Здоровье, как говорится, не купишь ни за какие деньги, но подарить его возможно. И поэтому я хочу дальше рассказывать, как я предлагаю, какие методы я использую, чтобы... Вот, сейчас, секундочку. Следующее, как я предлагаю wellness. То есть, цена входит, цена этой коробочки, это стоимость коктейля плюс стоимость витамин. Самое важное – это личный пример. То есть, как бы, пропустите wellness через себя. Дальше, грамотная презентация, разберитесь в продукте, прочитайте руководство по wellness, там все доступно, доходчиво, на русском языке написано, то есть как бы можно вот прям давать клиентам почитать, потому что после таких книжек клиент начинает задумываться. А кому давайте почитать эту книжку, прям скажи, что понравилось, в конце обязательно спросить, что ты взяла для себя на заметку, вот. Ну и, конечно, поддержка, если человек у вас приобрел wellness коктейль, то есть как бы обязательно спросите, как он развел на следующий день, потому что люди разводят по-разному. Хоть вы и говорите, как надо развести, там и в блендере, и в шейкере, и еще и холодной водой, и молоком холодным. Люди по-разному разводят. На четвертом шаге Life Plus бесплатно, просто балл сохраняется. Вот. То есть люди разводят коктейль по-разному. И у меня даже случай был, я прихожу к клиентке, она такая уж довольна была, когда у нас попробовала коктейль, заказала, прихожу, заказ уже она получила. Я говорю, ну как вам коктейль? Она такая, фигня, у вас в офисе какой-то другой был. А у меня, говорит, я вот что-то не пойму, какой-то порошок и вода, как бы все отдельно, что-то ничего не разбалтывается. Я говорю, а как вы делали? Она говорит, ну как, стакан, говорит, высыпала, все помешало, говорит, ну прям даже ни коктейль, ни какао, ничего. То есть как бы как-то пить даже неприятно. То есть как бы проговаривайте еще раз, давайте памятки, как разводить коктейли. То есть сделайте wellness-клубы, прям при них размешивайте эти коктейли, потому что случаи разные бывают. Вот. И витамины, кто пьет натощак, у них бывает не особо приятное ощущение, заруби жира, может быть, тошнота. То есть, и поэтому, как бы, ведите человека до конца уже, как бы, если начинает он пить, вы спрашиваете, как он выпил первый день, какие ощущения, там, через неделю, через две, какие у него преимущества появились. То есть, как бы, нужно поддерживать клиента. Вот. Доступ про личный пример. Я вот хочу показать фотографию, когда я только открыла старшего менеджера, это было полгода назад, то есть, как бы, у меня было очень много килограмм лишних. То есть, как бы, сейчас я на 7 килограмм уже меньше. То есть, как бы, как мы говорим, худеем всем офисом, облегчаем мир. Вот, поэтому заведите себе тоже такой, как бы, можете в офисе сделать, насколько ваш офис облегчит мир, то есть, как бы, насколько вы постройнеете. Вот, то есть, как бы, это тоже в виде, тренинга такого. Вот. Про это я говорила через личный пример. Что нужно, чтобы получить wellness клиента? Конечно, свой идеальный вид, то есть, как бы, я вот всегда сравниваю себя, я прихожу, когда в магазин, то есть к какому человеку мне хочется подойти, то есть как бы к такому человеку, который ухоженно одет, который волосы красиво помыты, уложены, то есть как бы человек, который именно, вот уверенно себя чувствует, красиво выглядит и грамотно излагает мне информацию. Я когда телефон покупала новый себе, вот то, что сейчас вот с андроидом, там со всеми делами, то есть раньше у меня был кнопочный, вот, я, конечно, проходила несколько магазинов, то есть два связных прошла, еще шла. То есть я ждала, когда мне вот найдут ту мою потребность, решат те мои вопросы, которые мне нужно было. Я говорю, мне нужно вот это, чтобы это было по такой цене, и чтобы вот это решало мне проблемы.
То есть как бы и здесь человеку нам тоже нужно, как бы, чтобы получить клиента, wellness клиента, нужно решить его, конечно, в первую очередь его проблему. То есть как бы, может, он хочет там лучше выглядеть, может, он на работе, ему некогда поесть, он там роллтон перекусит, и как бы настроения у него нет, до конца работы он досиживает еле-еле, быстрее бы домой прийти, упасть на диван, телек включить. То есть как бы вы же разговариваете, задаете вопросы человеку, то есть, ну, как, а качество жизни какое? То есть как бы вот мне очень нравилось, когда вот Григорян рассказывал, жить можно по-разному. И на разный бюджет можно составить питание грамотное. То есть как бы и вот это вот, что люди говорят, нет денег, они лукавят. То есть как бы есть деньги, тратят на другое, на питание не могут потратить. То есть как бы, а на лекарства найдут, когда заболит. То есть как бы научиться людям показывать их преимущества, показывать, что, слушай, ну ты же в аптеку вот заболит что-то, все 10 тысяч отнесешь, и тебе не жалко будет выпить какую-нибудь таблетку панацеи, чтобы у тебя ничего не болело. А еще врачу отдать, а еще чтобы кому-то заплатить, а еще анализы платные сдать, чтобы быстрее все было. То есть, а здесь ты просто профилактикой занимаешься, 50 рублей в день. Вместо бокала шампанского выпить коктейльчик. У нас уже везде сейчас на всех праздниках у нас в бокалах уже наливаем не шампанское, а именно вот коктейль. То есть как бы у нас получается, что как бы и чокаются все коктейлями, все говорят, ну все за здоровый образ жизни. Вот, поэтому человеку просто преподнести это грамотно нужно. Вот, а не сразу бежать и продавать ему этот коктейль. Потому что я много тоже ошибок делала. Вот, как на теплом рынке? На теплом рынке... Да, веду. У меня есть картотека wellness. Кто пьет wellness, мои клиенты, да, обязательно записывают. Конечно, их эмоции, их показания, это нужно записывать, потому что, ну, нужно показать. И человеку самому в том числе. Wellness на теплом рынке. Ну, конечно, это родственники. Первая это мама была у нас, даже мы сами еще не пили. То есть как потом мы с мужем начали, и как бы долго уговаривал своего папу пить wellness, потому что у меня папа такой, он говорит, я ем рыбу, я ем салат, он все такое, вот у нас правильное питание, как бы, в кавычках, скажем, называется, он, я все ем правильно, все раздельно, то есть как бы все, но при этом у него очень было высокое давление, а работает он у меня вахтовым методом газоэлектросварщик. И когда он года 3, наверное, назад работал на Дальнем Востоке, то есть из Ульяновска ездил на Дальний Восток работать, и у него давление скакало. Я приезжаю в отпуск, приезжаю к нему в отпуск и говорю, пап, он утром встанет, давление померил, сходил в туалет, на давление померил, то есть выпил чашечку чая там или поел, давление померил. Я говорю, пап, ну я уже в шутку говорю, как привяжи этот тонометр к себе скотчем и не снимай его. Там после шутки, как бы, но давление, говорю, оно скачет бешено. И когда я говорю, ты полетишь на Дальний Восток 8 часов лета, и как бы давление, если у тебя скаканет, тебя даже с парашюта спустить не успеет. Вот, и я ему подарила коктейль, то есть как бы он видел результат маме, наш результат видел, но коктейль относился как-то равнодушно. Когда я ему подарила этот коктейль, и он начал пить, я говорю, папа, как лекарство от давления? Вот прям каждый день, говорю, он разводил на соке, покупал детский сок вот этот в коробочке и разводил на соке на яблочном. Вы не поверите, он сейчас тонометр даже забыл, где лежит, то есть он уже вот, получается, 3 года пьет, продолжает работать, даже он на пенсии сейчас, как бы ему это нравится дело. Вот, то есть как бы и вот этими примерами, то есть родственники видят, что он похорошел, у него кожа разгладилась, у него как бы морщины даже разгладились, я вам честно скажу, то есть как бы он стал лучше выглядеть, он постройнел тоже, то есть как бы давление убралось, то есть и вот эти вот моменты люди замечают, то есть все через личный пример, через внешний вид, через позитивный настрой, и вот эти вот фишки, которыми мы пользуемся. Следующее, я работаю на теплом рынке, я хожу, кормлю всех клиентов. У меня в сумке всегда коктейль, либо шейкер, либо если я живу в военном городке, там рядышком дом, я таскаю свой блендер, потому что в блендере вкуснее, мне нравится. Вот, и я прихожу заказ отдавать, я говорю, так, есть 15 минут, я тебя хочу угостить самым вкусным коктейлем. То есть проходим к ней на кухню, начинаю ее угощать. Если на кухне не получается, значит прихожу на работу. То есть мы даже врачей кормим. То есть приходим там к ним и говорят, слушайте, у вас 15 минут чая, давайте, говорю, я вас вместо чая угощу новым коктейлем. Вот. Фишка, можно коктейль разводить, скажу по секрету, можно добавлять наши чаи, вот эти фито-чаи Актив, Риборелакс. Очень вкусно получается, вы даже не представляете, какое прям блаженство. Вот, утром я добавляю Актив, вечером Релакс. Вот, на любой, хоть ваниль, хоть шоколад, хоть клубнику, добавьте пол чайной ложечки вот этого фито-напитка, и просто вкус другой будет. Следующее, что алгоритм, как бы, что нужно, ну, как бы, я про это все поговорила, то есть, как бы, задавать вопросы, вести wellness-альбом, у нас в офисе есть
альбом такой, как бы, мы туда вкладываем истории наших вот клиентов, наших консультантов, кто пьет wellness. И вы не поверите, результаты очень шикарные. То есть человек 3 года назад выглядел так, а сейчас она на 10 лет моложе. То есть как бы это фотографии вкладываются, люди говорят, а вы не перепутали фотографии наоборот? Я говорю, нет, не перепутали. Это вот именно года-то написано даже 3 года назад, как человек выглядел. Вот, и поэтому... Wellness-тест. Сейчас на сайте во вкладке Wellness есть Wellness-тест, а вы ради интереса с клиентом проведите этот Wellness-тест. То есть как бы у клиента будут удивительные глаза, когда он на него ответит. Ты скажешь, ничего себе, сколько я про себя нового узнал. То есть я рассказываю про преимущества подписки, тоже с людьми считаю эти деньги. То есть как бы я говорю, смотри, сколько будет стоить, если ты у меня приобретешь по цене каталога, сколько будет, если ты просто одну баночку купишь, и сколько будет, если ты подписку сделаешь. А если лайф сделаешь подписку, так это вообще сколько баллов лояльности накопишь, говорю, еще себе туалетный воду в подарок возьмешь. Вот, то есть как бы все вот эти преимущества как бы рассказываем, рекомендации даем, вот эти фишки новых блюд даем, потому что как бы, ну, хочется же тоже что-нибудь такое вкусненькое приготовить. Я знаю, что просто вот этот фит-напиток добавляет их в печенье, кто овсяное печенье печет, то есть как бы тоже получается очень вкусно, то есть вместо специй. Вот. Так что пробуем, экспериментируем и радуем других. Как поддерживать? Ну тоже как поддерживать, как бы предложить wellness подписки, я уже рассказывала, что как бы это через преимущество. То есть просчитать с человеком, сколько будет стоить его супчик одна порция, и что он за 7 рублей может себе позволить, если он работает, да, то есть как бы в кафе как минимум 300 рублей оставит. Вот. А так за 70 рублей у него стоит бодрость появится, будет цвет из желудка, то есть как бы именно питание получит организм, то, что они просто съест в удовольствие. Вот. Ну и, конечно, без витамина никуда. Я говорю, сейчас осень, сейчас самое время пить витамин. И все, наверное, уже видели акцию, которая сейчас идет в Реклэм. Вот витамины для мужчин и женщин, вот эти просто зелененькая баночка отдельная, со скидкой 50%. Вы уже все себе приобрели, постеплюсь, кто купил уже себе. Вот, кто своим клиентам посоветовал, кто как бы просто людям как бы знакомым рассказал про эту акцию. Потому что эта акция обалденная, представляете? Витамины за 250 рублей купить. Это ж вообще круто. Вот, то есть, ну, вообще. У меня нет слов. Да, тут уже по 5 штук. Да-да-да, набираем, пока есть на складе. По последней неделе сейчас у нас склад закончится. Вот. То есть, и это хороший повод с человеком встретиться и заговорить об Reflame, а заговорить об wellness, заговорить о правильном питании. Вот. Работа мнениями, да, то есть как бы, ну, это здесь так же, как работа в продукции. Люди возражают, когда у них нет информации, да. Вот, когда люди говорят, биологически активная добавка, нет, ты что, это БАД. Я говорю, а что ты знаешь о БАДах? Я говорю, я тоже так реагировала, пока не узнала. А что ты знаешь о БАДах? БАД – это биологически активное вещество, которое помогает нашему питанию, говорю. Слушай, ты говоришь, что, против БАДов? А почему? А что такого ты увидела, а что плохого? Люди смотрели с каких-то передач по телевизору, там роликов в интернете каких-то смотрели. Я говорю, а хочешь, я тебе другие покажу? А хочешь, покажу, как бы, что люди говорят, что профессора говорят о БАДах, что какие статьи есть уже. Вот. И человек начинает задумываться. Я даже пару роликов скину ему в интернете, там где-нибудь ВКонтакте, ссылку, ну, куда-нибудь в Skype. Я говорю, погляди на досуге, может, у тебя мнение поменяется. Вот. И знаете, здесь эффект уплюсывания идет. Я ему скажу, ролик он посмотрит. Тут и люди потом, человек начинает задумываться, ему еще на глаза что-то попадется, что-то еще. А тут вы опять к нему в гости пришли, как бы либо заказ отдать, и встретились, поговорили, там пригласили на какое-то мероприятие. Вы опять снова о wellness. И человек уже со временем скажет, ничего себе, и правда, да, БАДы, это неплохо, это хорошо. Вот, то есть как бы качество производства. Марина уже сказала, что таких, как у нас витамин, больше нигде нет. То есть, как бы, это очень круто, как бы, этим нужно гордиться, а не стесняться. Говорить, ну да, у нас в референсе витамины есть. И сказать, слушай, я такие витамины шведские знаю, теперь это вообще, то есть, как бы, от вашего тембра, от вашей эмоции, от ваших, как бы, слов будет, как бы, реакция человека. Вот, и когда я тоже, как многие начинала, когда wellness предлагать, я не знала, что это такое, я стеснялась. И, слава богу, у нас есть самый классный спонсор, который вот меня всему научил, и который организовал проект «Wellness-тренер» у нас был. То есть мы обучались этому. У нас приходила как бы... Была школа тренера прям по wellness. Мы писали дипломную работу. Мы прям... У нас было, знаете, как бы практическое задание. Нужно было за неделю сколько-то человек подписать на wellness. Прям, то есть такая серьезная работа была. Это, по-моему, 2 года назад уже было. Вот. И мы прям активно с этим работали. Вот.
И писали статьи, писали и людей приглашали, которые подписывали, что это да, реальные люди, как бы. И таким образом у меня вот все, что я получала знания, я все эти знания отдавала в Ульяновске. Там у меня группа на 80%, как бы, или на 70-80% состоит из работы wellness. И есть одна женщина, которая пришла только на wellness, то есть это знакомые знакомых, даже с холодного рынка, по-моему, она, ну, как бы с холодных контактов пришла сначала на продукт. Она пришла на домашнюю встречу, мы ее угостили коктейлем wellness, сказали, что это помощь людям, а она очень любит помогать всем людям, то есть как бы и все ее окружение перешло на wellness резко. То есть и у нее такая история, что ее папе, по-моему, 90 лет, как бы не соврать, Наталья, напишите, если это не так, вот, то он сейчас как бы бодрячком и бегает, и как бы в огороде огурцы этим летом сажал, то есть и урожай собрал, то есть вообще, то есть уникальный случай, когда он говорил, что как бы это все, wellness, это моя вторая жизнь, 91 год точно, вот, поэтому мы восхищаемся этими людьми, которые как бы не только сами, но и остальным. Следующее, значит, поддержка клиентов, я уже рассказывала, что обязательно обратную связь, приглашать на все wellness-мероприятия. Ближайшее мероприятие будет выступать с Tixten 29 ноября. То есть как бы стоимость билета можно узнать в сервисном центре, сколько стоит. Вот, то есть будет очень круто, представляете, как бы просто супер. Мы уже как бы собираемся туда. Вот. Дальше. Wellness на холодном рынке, как бы я работаю так, что как бы я вообще люблю холодный рынок, потому что как бы я приезжий в городе Чехове, то есть у меня вся родня, все знакомые в Ульяновске, вот, и я начинала как бы тоже как бы Oriflame, ну как бы знакомиться на людях. У меня сначала на улице с людьми. У меня сначала была просто стойка зеленая Oriflame, то потом, когда вышла стойка Wellness, я ее сразу приобрела и теперь работаю только с Wellness стойкой. Люди начинают сначала спрашивать, а что это такое wellness, как бы у меня там на стойке как бы анкетки лежат, и туалетные ароматы 2-3 штучки, которые сейчас в каталоге самые новые, и обязательно витамины, суп, коктейль, то есть вот эти вот коробочки стоят. Люди, а что это такое? Мы даем как бы дегустацию, мы летом давали, сейчас это как-то, ну, не актуально, не можем это на улице организовать, вот, но анкетирование на улице можно проводить, то есть задавать обычный вопрос, то есть что вы делаете для вашей профилактики, какие витамины вы пьете, приглашаем вас на презентацию, на дегустацию, то есть на wellness-пати, на wellness-праздники, вот, то есть на такие мероприятия. И wellness онлайн, как бы, я честно сама только начинаю это изучать, но знаю, что есть успешные результаты у людей, которые уже занимаются в интернете, вот, это создают люди онлайн-опросники, онлайн-группы wellness. Вот, то есть голосования всякие разные, то есть выкладывают свои фотки, выкладывают ролики, выкладывают, ну, как бы, тоже эмоции от этих вот приемов коктейлей. И поэтому, как бы, онлайн-конференции, вот эти форумы, то есть очень много, в Ютубе можно роликов посмотреть тоже для, вот я тоже, как бы, многих видела уже и топовых лидеров, и, как бы, создают разные группы, то есть даже и интернет куда есть, то есть, как бы, люди собираются там несколько групп, то есть как бы и ведут там друг друга, там как бы подбадривают, что а как, что питаемся, чем, как бы, то есть это тоже очень важно, то есть как бы, может, на расстоянии люди есть, как бы, в других городах у вас родственники, и можно их поддерживать вот таким опытом, ну, как бы, методом через интернет. Мы же вот с вами, считай, с разных городов друг друга не видим, да, то есть, но мы можем поделиться какими-то эмоциями, можем поделиться знаниями, можем поделиться именно, ну, какими фишками, кто какими делает, то есть как бы, каким методом работает, и это очень важно, это самое, наверное, дорогое в Oriflame, что можно обучаться друг у друга. Инструменты для работы wellness. То есть, если вы настроены работать с wellness, то у вас обязательно должны быть каталоги wellness. То есть их можно также заказать, как обычные каталоги наши. Вот, желательно побольше, потому что они разлетаются еще быстрее, чем обычно с косметиками. Вот. Дальше ежедневник wellness, то есть человеку показывают, где он должен, ну, как бы, если человек должен настроить, ну, как бы, хочет постройнеть, да, то есть, как бы, то человек должен это отмечать. В голове все не удержится. То есть человек должен записать свой вес изначально, должен показать, что он каждый день пьет, галочку поставить в этом ежедневнике. То есть много-много таких плюсиков. То есть сколько он воды выпил, сколько физической нагрузки он сделал. То есть тогда человек будет видеть свою работу, тогда ему будет это ценен ему этот результат, и тогда он скажет, ну да, вот я все-все-все делал, а мне не помогло. Это одно, да, то есть, а я я вот ничего не делала, как бы, и придет, он скажет, я все сделала, а вы ежедневничек откроете, ну покажи, как бы, а что тебе не помогло. То есть как бы wellness клуба, вот эта поддержка. Вот, обязательно физические нагрузки, то есть как бы. У меня и группа Ульянска, вот, допустим, они по 7.
То есть у них так принято. Они вот раз там в неделю или сколько там, у них вот группы, они утром по утрам ходят в бассейн. То есть представляете, какая альтернатива? Это, во-первых, обмен позитивом, во-вторых, это здоровье, в-третьих, это можно как бы, у нас так принято, то есть это сделать за правило, сделать там, допустим, за традицию какую-то нашей своей команды, то есть это тоже круто, вот, и, конечно, мобильное приложение скоро будет, вот Life Plus, и можно будет тоже там переписываться, как бы друг друга поддерживать. Вот. И, конечно, я всех приглашаю, как бы, добро пожаловать в позитивную, как бы, богатую, стройную жизнь, стать еще красивее, еще счастливее, потому что если счастливы вы, счастливо ваше окружение, если счастливо ваше окружение, счастливы вы. Поэтому здесь все взаимосвязано. Дарите людям добро, дарите людям здоровье. Знаете, как бы, и wellness это, знаете, как бы не только даже доход, наверное. Wellness – это счастье, которое вы можете подарить своим близким, знакомым, друзьям и продлить их жизнь на несколько лет. Я вас всех очень сильно люблю, целую. Спасибо за то, что дали выступить сегодня.